Меня зовут Анна Чаплин. И я начинаю расследование. Это самая сильная и самая древняя магия. Тайна амулета последнего магистра Тевтонского ордена. Получение власти над темными силами. Правда ли, что талисманы древности действуют до сих пор? Есть вещи, которые невозможно объяснить. Как исцеляет Тунгусская чаша? Магия какая-то, наверное. И убивает проклятый кинжал. В течение месяца умерли все домашние животные. Вся правда о черном камне Карелии. Я уже 2 раза оперировалась. И сколько зарабатывают на талисманах? Люди привозили деньги пальчиками. Я раскрою все тайны. Откуда вообще взялась вера в то, что камни или монеты имеют власть над человеческой судьбой? Поклонение амулетам – одна из древнейших традиций человека. Первобытный человек, убивая саблезубого тигра, вырывал у него клык и верил, что вместе с трофеем забирает силу у поверженного врага. Время охотников в набедренных повязках давно прошло, а психология человека не изменилась. Эти люди богаты и знамениты. Рецепт их успеха – вера в себя и в свои силы. Но многие из них считают, талисманы играют огромную роль в их жизни. Они, я так думаю, что все-таки мне еще помогают. Телеведущая Лера Кудрявцева уверена, этот амулет помог ей найти настоящую любовь – Сергея Лазарева. Носила, любовь пришла, недолго ждала. Я вечно буду за твоим плечом. Здесь обернись. Солистка группы Тутси Ирина Ортман берет амулет на все концерты. Она считает, талисман – залог ее успеха у публики. Хочется верить, что это благодаря этому замечательному ангелочку, подаренному от всего сердца. Семья Никаса Сафронова хранит эту реликвию уже 7 поколений. Считается, что оберег защищает дом от огня. Где-то пожар рядом, и, в общем, ветер должен занести и на нашу сторону искры. Ничего не происходит. Вот наш дом стоит цельным. Актриса театра и кино Людмила Иванова тоже верит в чудодейственную силу амулетов. Этот медальончик мне помогает. Очень помогает. Ее семейное предание гласит, это обычная, на первый взгляд, серебряная сережка приносила удачу ее маме и бабушке. Когда у меня какие-нибудь важные дела, я это надеваю. Вот. Православный психолог Изяслав Адливанкин считает, люди, которые верят в талисманы, впускают в свою жизнь темную силу. Если ты веришь в талисманы, то, что он может поменять твою судьбу, ты тем самым открываешь себя уже для действий в твоей судьбе каких-то сил, которые стоят за этим талисманом. Это кадры выступления чемпиона мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Шубина. Спортсмен готовится выполнить сложный элемент и внезапно падает. На первый взгляд, ничего страшного не произошло. На самом деле, фигурист только что получил тяжелейшую травму. Порвал связки голеностопа. Александр вспоминает, накануне трагедии его талисман, фарфоровый клоун, треснул. Там прям такая большая трещина образовалась. Этот амулет всегда был с фигуристом и приносил ему удачу на соревнованиях. Я действительно как бы в это поверил. Очень тебе сильно. Тебе помогло же это? Я считаю, что да. Но как только талисман треснул, карьера фигуриста начала рушиться. Его стали преследовать травмы и неудачи. Там была потом травма за травмой. То есть мы восстанавливались. То есть это называется вот просто замкнутый круг. Александр до сих пор винит во всем свой талисман. Неужели амулеты действительно обладают загадочной силой, способны управлять судьбой человека? Обычная семья из Южной Африки отправила премьер-министру Египта официальное обращение. В письме перечисляются беды и несчастья, которые обрушились на семью с тех пор, как им подарили амулет, украденный из гробницы Тутанхамона. Глава семейства умоляет египетских чиновников забрать у них проклятую реликвию и вернуть ее обратно в гробницу. Черная сила амулетов – пережиток прошлого или реальность настоящего, которой нет объяснения.
Владельцы этого кинжала умирают страшной смертью. Если бы это не было бы факта, я бы не верил. Это кадры военной археологической экспедиции 2001 года. Кладоискатель Владимир Порываев и двое его приятелей нашли старинный кинжал, испещренный символикой СС и рунами. Артефакт забрал себе один из участников экспедиции. Через 3 месяца он умер. Сработала какая-то мина какая-то, его просто куски одежды нашли. Второй участник экспедиции, ставший хозяином артефакта, пережил прежнего владельца на 2 недели. Он выпал с окна. А перед этим он рассказывал то, что ему является какой-то седовласый старец и взывает к нему: верни то, что мне принадлежит. Предприниматель Владимир Порываев – последний участник той экспедиции. Владелец 3 магазинов поискового оборудования. Кладоискательство – его увлечение и прибыльный бизнес. Вот пятак Екатерины II. Стоимость такого пятака – 30 тысяч. Когда роковой кинжал попал к Владимиру, в жизни кладоискателя начали происходить зловещие события. После того, как ко мне попал кинжал, у меня в течение месяца умерли все домашние животные. И это было только начало. Дальше хуже. Я работал на такой весомой должности в группе очень серьезных компаний. Фирма мгновенно прекратила свое существование. Так в чем же дело? Цепь роковых случайностей? Или немецкий клинок действительно проклят? Кинжал с широким заостренным лезвием являлся символом эсэсовской элиты. Высшие чины вермахта активно практиковали оккультизм. Со всего мира везли артефакты и анализировали. То есть там работали действительно ясновидящие, там работали медиумы. И ни одна мелочь не уходила от их внимания. Специалист по оккультизму Евгений Убийко уверен, руны, выточенные на кинжале, это дверь между миром живых и мертвых. Сущность, обитающая в этом клинке, по вот этому каналу преодолевает барьер между миром ее обитания и человеческим миром, попадая сюда. Тем самым она может действовать в нашем мире. Теперь, чтобы обезвредить древние проклятия, каждые раскопки Владимир начинает с молитвы. Очень просто. Перекрестился, небось, и ничего. Кинжал стоил владельцам жизни, а этот амулет всего 33 тысячи евро. Талисман «Чаш солнца» изготавливается он вручную, покрывается сусальным золотом и добавляется сюда полудрагоценные камни. Вот эта вот «Чаша солнца», она может принести человеку удачу. Колдун Михаил Карс утверждает, этот талисман – 100% страховка от внезапной смерти. Человека спас от пули. Мы ему зарядили талисман. Была перестрелка, и он не пострадал. Хотя, в общем-то, по всем законам этого жанра, в те времена он должен был пострадать. Материал и форма амулета на вкус клиента. Даже если заказчик в качестве талисмана выберет булавку, цена не изменится. Ведь 33 тысячи евро стоит не сам амулет, а работа мага по его зарядке. Неужели вокруг талисмана существует некое поле, способное влиять на окружающие объекты? Как вообще работают амулеты? Цена этой открытки – 2000 рублей. В инструкции по эксплуатации написано: 3 дня использования, и вы на 7 лет моложе. Авторы метода утверждают, что это не мистика, а физика. Они действительно омолаживают людей и готовы предъявить доказательства. Реальное соотношение цены и качества амулета мои коллеги проверили на себе. Это семинар геронтолога Николая Исаева. Он объясняет слушателям, как пользоваться своим изобретением – открыткой бессмертия, которая может превратить старика в юношу. Руку прикладываете, прижимаете, 2 раза в день, 3 дня, и вы улетаете на 7 лет в сторону молодости. Кроме омолаживающей открытки, геронтолог в качестве амулетов рекламирует медальон бессмертия и диск вечности. Внутрь каждого вклеен так называемый информационный аккумулятор – пакетик из фольги с неизвестным веществом внутри. По словам Исаева, это эликсир бессмертия, который человечество искало на протяжении тысячелетий. В одном случае мы смертны, а в другом мы бессмертны фактически. Или бесконечно, имеем бесконечно долгую жизнь. Меня заинтересовал необычный талисман, и я решил выяснить, как он работает.
Не удалось найти место в Москве, где можно приобрести этот уникальный амулет. Общаться с журналистами продавцы отказались, поэтому контрольную закупку мне придется совершать со скрытой камерой. Разговор со мной менеджер склада Наталья начинает с рассказа о тех, кому амулет помог. Результаты классные, я говорю, ну, не чудес бывает. Человек, гнома простаты прошла, например, через 2 недели после медальона, и у него же в ноге тромб ушел. Я решил приобрести медальон бессмертия. Цена вечности – 2300 рублей. Вот он, медальон бессмертия имени Николая Исаева. Похож на обычную табакерку. По паспорту мне 27 лет. Создатели амулета утверждают, 3 дня использования, и вы моложе на 7 лет. То есть через 72 часа мне будет снова 20. 3 дня я честно пользовался медальоном бессмертия. В зеркале изменений не заметил. Но это еще не показатель. Для того, чтобы выяснить, на сколько лет реально изменился мой биологический возраст, я отправляюсь в институт геронтологии. Вы должны на вдохе трубку отвести в сторону и сделать ртом глубокий вдох в себя. Ртом. Ртом открыто. Пожалуйста. Набрали полную грудь воздуха, взяли загубник, выдыхаем. Биологический возраст человека определяют по состоянию легких. Вам 27 лет. Итак, амулет не работает. Мой биологический возраст не изменился. Чтобы разобраться, что к чему, я решил показать медальон специалистам. А знаете, что мне интересно? Что в нем внутри находится? Давайте откроем, посмотрим. Торжественный момент. Та-да-дан. А, вот так вот, значит. Такого поворота событий не ожидал никто. Обычная сахарная крупка. То есть можно в чай положить и попить. Вот это вот чистая крупка. О, абсолютно похоже. То есть да, это какой-то просто... молочный сахар, да? Это обычный молочный сахар. Получается, Николай Исаев продает несколько граммов обычного сахара за 2300 рублей. И люди ему верят. Я раскрою все тайны. Жительница Магнитогорска Татьяна Образцова заплатила за этот амулет 2000 рублей. Будет нас защищать, оберегать, чтоб трудную минуту везде с собой носите, прикасайтесь к нему, думайте о нем. Женщина купила амулет на семинаре целителей в Москве. Занятие в группе вел целитель и колдун Николай Федоренко. Он настоятельно рекомендовал всем слушателям обзавестись оберегом. Это был красненький мешочек, в котором лежала икона и ладан. По словам целителя, сила этого амулета может вылечить любое, даже самое неизлечимое заболевание. Мне всю жизнь врачи направляют больных с гнойной хирургией на лечение рожистых воспалений. Да, это мой конек. Людям отрезали ноги, и сейчас люди бегают. Татьяна Образцова уверяет, амулет по рецепту Николая Федоренко действительно приносит пользу, только какую, объяснить не может. Этот амулет... Он способствует защите. Это действительно так. Как же на самом деле изготавливался амулет? Об этом нам рассказал бывший подчиненный Николая Федоренко Александр Серпининов. Просто заходил и говорил: ребят, надо накрутить амулет. Специально для нашей программы Александр согласился в деталях продемонстрировать технологию изготовления исцеляющего амулета. Вот купили иконку в обычной церковной палатке. Все это скручивается, кладется иконка, кладется корень женьшеня. Берется ладан и тоже кладем внутрь. Вот и весь амулет. Себестоимость такого амулета – 200 рублей. Время приготовления – 10 минут. Рыночная стоимость – 2000. Вот так 200 рублей превращается в 2000 за 10 минут. Но в кабинете стояли мешки денег. Потому что люди привозили деньги пачками. Самые масштабные заблуждения верящих в амулеты. Безумие, остановись. Кубок из Тунгусского метеорита. Соотношение изотопов такое, которое на Земле не встречается. И шунгит, как панацея от всех болезней. Это сорбент другого уровня. Таинственный амулет из Калининграда. Получение власти над темными силами. И талисманы из человеческих тел. Он отрезал ей правую ступню. Кого амулеты вылечили? Я, во-первых, благодарна Господу Богу, что просто оставил меня жить. А кого убили? Я уже 2 раза оперировалась. Смотрите прямо сейчас. Я раскрою все тайны.
похожий кубок нашли на месте падения Тунгусского метеорита. Внимание! Сенсационный документ. Рентгеноспектральный анализ подтвердил. Кремний, из которого отлит кубок, имеет внеземное происхождение. У него другая кристаллическая решетка, аналогов которой нет на Земле. И это еще не самое удивительное. Семья, в которой хранится уникальный амулет, утверждает, каждый день прямо на их глазах происходят чудеса. Факты глазами Кирилла Малахова смотрите прямо сейчас. Письма с благодарностями Игорю Подухевичу приходят со всей страны. Он исцеляет даже самых безнадежных больных с помощью загадочного кубка, который достался ему от прадеда. Он передал мне со словами о том, что этого нет ни у кого на Земле. Когда он об этом говорил, он многозначительно показывал пальцем вверх. Прадед Игоря – физик-ядерщик. В 1962 году участвовал в экспедиции в район Подкаменной Тунгуски на место падения знаменитого Тунгусского метеорита. Он мне сказал, что, говорит, Игорь, если бы этот кубок мне попал в руки не в 60-летнем возрасте, а раньше, я бы еще лет 50 прожил. Сенсационные факты. По результатам химической экспертизы, кремний, из которого изготовлен кубок, имеет кристаллическую решетку, которая на нашей планете не встречается. Кубок сделан по каким-то неизвестным технологиям. Соотношение изотопов такое, которое на Земле не встречается. И это не самое удивительное. По результатам экспертизы, в воде, настоянной на кубке, появляются элементы, которые в состав материала тунгусской чаши не входят. То увеличилось меди в 25 раз, циркония в 10, молибдена в 40 раз. Объясните, пожалуйста. Ученые бессильны перед загадкой этой чаши. Есть вещи, которые невозможно объяснить ни профессору, ни академику, ни кому угодно. Игорь Подухевич утверждает, инопланетный артефакт, хранящийся в его доме, творит чудеса. Это 16-летняя дочь Игоря Илона. В 2006 году она попала в страшную автокатастрофу. Я, во-первых, благодарна Господу Богу, что просто оставил меня жить. Врачи приговорили 11-классницу к инвалидности. В лучшем случае Илона сможет ходить только при помощи костылей. В худшем она всю свою жизнь проведет в инвалидной коляске. Они говорили, я буду ходить, и если буду ходить. То есть это под вопросом было, ну, где-то в июне, и то на костылях, и, возможно, скорее всего, одна нога у меня будет короче, чем другая. В отчаянии отец Илоны вспомнил о таинственном кубке и решил приготовить лекарство по рецепту прадеда. Беру этот кубок, кипячу чайник воды, обливаю, ставлю перед ней и говорю, ты будешь все пить с него. Пройдет всего 2 недели. Илона Подухевич сначала встанет на костыли, а еще через 14 дней сможет самостоятельно ходить. 27 февраля она встала на ноги. Слух о чудесном выздоровлении школьницы моментально распространился по городу. В дом Подухевича в поисках исцеления потянулись сотни страждущих. Москвич Владимир Соколов уже 3 года заказывает в Краснодаре у владельца Тунгусского кубка целебную воду по 100 рублей за литр. Сегодня или завтра привезут еще нам 200 литров. 100 литров я беру себе, значит, 30 литров там жене, 30 литров дочери, 20 литров коту. Вот. И, значит, мои знакомые тоже берут 100 литров. Чтобы окончательно убедить нас в неземном происхождении артефакта, Игорь Подухевич проводит показательный эксперимент. Ставит кубок в центр кастрюли, последовательно наполняет емкости водой и зажигает огонь. Вот сюда наливаем отдельно воды, но только чтобы она не соприкасалась с той водой. Через 10 минут вода в кастрюле закипает, а в кубке даже не появляются пузыри. Проходит еще 2 минуты. Состояние жидкости в тунгусской чаше без изменений. Должна закипеть вода внутри кубка. Почему-то она не кипит, совершенно необъяснимо. Мы проводим аналогичный эксперимент. Только вместо кремниевого кубка используем бокал из меди. На самом деле, эксперимент с некипящей в кубке водой ничего не доказывает. Любая домохозяйка скажет вам, это обычная водяная баня. Берем кастрюлю, ставим ее на огонь, наливаем туда воды и ждем, пока она закипит. Теперь берем вполне обычную медную чашу и наполняем ее вполне обычной земной водой. После этого ставим ее в
центр кастрюли с кипящей водой. Осталось немного подождать. Прошло уже более 10 минут, но вода в обычном медном кубке не закипает. Это чудо. Можно объяснить законами физики. Количество теплоты, которое кубок получает от кипящей воды, гораздо меньше, чем его теплопотери на поверхности. Попробуем опустить туда палец. Воду, настоянную в тунгусской чаше, мы относим на экспертизу. Сейчас я иду в главный испытательный центр питьевой воды. Здесь я выясню, есть ли в ней что-то сверхъестественное и неземное. Специалисты изучили образец воды и вынесли сенсационный вердикт. Сказать, что какую-то дополнительную обработку она проходила, чем-то насыщалась, ну, маловероятно, конечно. Совершенно обычная нормальная вода, ничего из ряда вон выходящего не содержится. Поразительно. Получается, что Игорь Подухевич продает самую обычную воду по цене 100 рублей за литр. Наверное, это и есть самое настоящее чудо. Чудо самовнушения. Как делают амулеты из человеческих тел? Он отрезал ей правую ступню. Тайна амулета последнего магистра Тевтонского ордена. Магия какая-то. Баснословные доходы продавцов амулетов. Людям хочется все больше и больше накручивать, с тем, чтобы все больше и больше продать. И как проклятые амулеты медленно убивают своих хозяев. Я уже 2 раза оперировалась. Я раскрою все тайны. Это кадры из фильма, снятого активистами международной организации «Красный крест». Лагерь альбиносов в Танзании. Из этих людей делают самые дорогие амулеты в мире. Шаманы Танзании уверены, язык, нос, ухо или конечности абсолютно белого человека-альбиноса имеют огромную магическую силу. На этом снимке амулеты сделаны из тела человека. Бедренная кость и содранная кожа. Они были выставлены в зале суда в качестве главной улики против банды головорезов, которые убивали альбиносов и продавали части их тел местным колдунам. Цена таких талисманов – несколько десятков тысяч евро. На глазах альбиноса Юсуфа Илая было совершено жестокое преступление. Они выломали двери. Один схватил мать, а другой убийца подошел к девочке, перерезал ей горло и отрезал ей правую ступню. Они убили ее на глазах сестер и матери. Альбиносы в Африке вынуждены прятаться всю жизнь. В последние годы детей с этим генетическим отклонением сдают в специнтернаты, которые охраняет полиция. Но даже оттуда наемные убийцы ухитряются похищать самый дорогой в мире материал для амулетов. Это шунгит – древняя горная порода. Сотни людей утверждают, этот камень обладает уникальными исцеляющими свойствами. Он лечит даже бесплодие. Прабабка Петра I, царица Ксения, которая долгие годы не могла иметь детей, искупалась в шунгитовом источнике и забеременела царем Михаилом Романовым. Современные ученые утверждают, свойства камня уникальны. Сотни людей по всей стране носят кулоны и браслеты из шунгита, настаивают на нем воду, блокируют с помощью амулета вредное электромагнитное излучение компьютеров и мобильных телефонов. Панацея или грандиозная мистификация? Выяснял Кирилл Малахов. Талисманы из шунгита могут быть абсолютно разными в виде шаров, кубиков или вот пластин. Считается, что шунгитовый шар гарантирует удачу в любви. Пирамидка защищает от негативной энергии, а кубик гарантирует успех в бизнесе. Но главное в талисманах из шунгита не форма, а содержание. Как работают амулеты из популярной горной породы? Чтобы узнать это, я отправляюсь в центр адептов уникального камня, в шунгитовый клуб. Я прошу хозяйку заведения подобрать мне персональный амулет, но она предлагает мне самому сделать выбор. Наверное, вот это. Правильно, это мужской кулон, треугольной формы. Центр радости мужчины. Алла заявляет, чтобы подобрать правильный амулет, ей необходимо узнать меня поближе и предлагает переместиться на кушетку. Я бесконтактна.
проведу по вашему телу. Чтобы избавиться от негативной энергии, мне надо погрузиться внутрь шунгитового пространства. Для этого в клубе есть специально оборудованное помещение. Вы сейчас пойдете в шунгитовую комнату, да, я буду сидеть здесь и направлять энергию. Пока я нахожусь внутри комнаты, выложенной шунгитовой плиткой, Алла снаружи занимается диагностикой моего организма. Сидите в удобной позе, желательно не двигаться. Алла Кушнир объясняет. Целебные свойства шунгита связаны с тем, что в основе этой горной породы особая форма углерода, так называемый фуллерен. Фуллеренов больше в Земле нет, находили в космической пыли и в местах падения метеорита. Фуллерен – молекула углерода с уникальной кристаллической решеткой, сильнейший антиоксидант. Попадая в организм человека, он выводит из него шлаки и токсины. Как активированный уголь в организме. Нет, это сорбент, это реально сорбент, но это сорбент другого уровня. Как на самом деле амулеты из шунгита действуют на людей? Сегодня мы ответим на этот вопрос. Я раскрою все тайны. Этому амулету 500 лет. Он был найден при раскопках Королевского замка в Калининграде. По преданию, талисман принадлежал прусскому королю Альбрехту и обладал удивительной силой – исцелять от пьянства. Это невероятно, но, похоже, древний тотем работает и сегодня. Вот данные статистики. С момента появления талисмана в городе количество алкоголиков уменьшилось втрое. Говорят, одного прикосновения к амулету достаточно, чтобы бросить пить. год. Калининград. Археологические раскопки на территории средневекового замка Тевтонского ордена. То есть вот замок, то есть подвал Королевского замка. Вот ниши вот эти, вот свод, единственный свод, сохранившийся. Под колонной в подземелье замка археологи находят загадочный клад. Мы все открыли рот от удивления. Это была серебряная шкатулка, 12 сантиметров где-то шириной, в которой находилось, как потом выяснилось, 11 предметов. Таинственные артефакты принадлежали прусскому королю Фридриху Вильгельму II, жившему в 18 веке. В этом наборе, который мы нашли, находился так называемый амулет Афродиты, где она была изображена почему-то с головой страшной птицы. Надписи на иврите, на древнегреческом, по латыни, какие-то страшные имена духов. Как оказалось, 11 предметов из этой шкатулки предназначались для проведения главного алхимического ритуала – превращение свинца в золото. Вот так это делали алхимики. Это алхимический круг. Он расстилается на столе. Амулеты располагаются строго по углам шестиконечной звезды. Медальон Медичи. Каббалистическая звезда. Каббалистический квадрат. Руническая пластина. Шейный медальон из золота. И полудрагоценный камень агат. Свеча закрепляется в кольце главного магистра. Брусок свинца помещается в центр. После поджигания свечи читаем заклинание. Именно в этот момент, как говорили алхимики, свинец начинает превращаться в золото. Прусский король Фридрих Вильгельм II заплатил алхимикам за шкатулку с артефактами огромные деньги. Многие короли Западной Европы увлекались алхимией. Одна из целей этих опытов было получение власти над темными силами. Из-за постоянных войн королевская казна была пуста. И Вильгельм надеялся пополнить ее, превращая свинец в золото. Мероприятия королевские увенчались крахом. Вот, Вильгельм окончательно поставил страну на грани разорения. В 1791 году король издал указ, по которому все алхимики на территории Пруссии были объявлены вне закона. Легендарный аферист граф Калиостро обычно поступал так. Когда воск остывал, он доставал его из шкатулки и незаметно подменял на позолоченный. Публика была в восторге. На самом деле, получить из свинцового бруска золотой пока еще никому не удалось. Это самый древний амулет из легендарной коллекции Фридриха. Ему 500 лет. Собранный
оккультный механизм, собранный. Там нет ничего отдельного, как запчасть. По преданию, амулет способен исцелять от пьянства. Достаточно лишь прикоснуться к нему. На одной стороне медальона изображены два пьяных рыцаря, бочка с вином и черт с ключами. На другой стороне написано «Параграф 11». Бочка 80 литров. И черт, сидящий на ней в виде кота с ключами. И сам параграф 11 «Безумие, остановись». Что означает загадочная надпись? Ученые ломали голову 500 лет. Сегодня мы впервые раскроем эту тайну. Я раскрою все тайны. В 2009 году артефакт выставили в Калининградском музее «Королевские ворота». Был бы очень большой поток желающих посмотреть на этот талисман. Удивительная вещь. С момента появления талисмана количество алкоголиков в городе сократилось втрое. Так утверждают наркологи. Это начало происходить буквально в последние 2-3 года. Водитель Дмитрий Рябцев ощутил на себе, как работает легендарный амулет. Вот смотрите, у меня с сентября месяца стоит бутылка вина. Самодельного. Сейчас. Посмотрите, какими стаканами мы употребляли этот напиток. Последние 10 лет Дмитрий каждый день выпивал как минимум по одной такой бутылке. Где-то примерно настолько наливали, потом по второму стакану, и потом бутылку такую приговаривали. Сейчас уже этого нет. Алкоголизм Дмитрия был горем для всей семьи Рябцевых. Жена Татьяна была в отчаянии. Я пыталась его просить закодироваться. Он не соглашался. К легендарному амулету его заставил прикоснуться приятель. Я не верю, конечно. Он мне в руку его сучился, но просто сильно как-то положил, говорит, как. Он греет. Невероятно. Но после прикосновения к амулету Дмитрий действительно бросил пить. Магия какая-то, наверное. Теперь даже запах спиртного вызывает у него отвращение. Нет, не хочу. В чем же сила древнего амулета? В 15 веке владельцем артефакта был последний магистр влиятельного тевтонского ордена, герцог Альбрехт, который по преданию сильно пил и заказал придворному колдуну Скайлаху талисман для борьбы с зеленым змеем. Когда его рука тянулась, наверное, к чаше, всегда амулет при нем, он его останавливал. Скорее всего, это было своеобразное кодирование. Но рабочее кодирование. В тот день, когда Альбрехт повесил на шею амулет, он стал трезвенником. И до конца жизни больше ни разу не притронулся к спиртному. Герцог Альбрехт бросил пить. Но что самое удивительное, он перестал ходить в церковь. Как бы то ни было, очевидцы утверждают, талисман герцога Альбрехта работает и сегодня, 500 лет спустя. С фактами не поспоришь. В чудесной истории калининградского талисмана не все так просто. Меня интересует, почему информация об амулете, избавляющем от пьянства, появилась именно в тот момент, когда власти города объявили алкоголизму войну. Что это? Случайность или закономерность? В ходе нашего журналистского расследования выяснилось, в этой красивой истории слишком много несостыковок. Разберем их по порядку. Первое и самое интересное. Лечит ли талисман от пьянства и как это происходит технически? Пьющий человек – это всегда беда для семьи. Галина Соколова до сих пор не может забыть похождения мужа. Утром выпил и весь день свободен. Казачий атаман Владимир Соколов был одним из первых жителей Калининграда, кому удалось прикоснуться к загадочному артефакту. Теперь он уверен, даже самый изысканный сорт алкоголя не заставит его снова взять в руки рюмку. Вот надо же, такая вещь неказистая, а вот влияет. Атаман соглашается принять участие в эксперименте нашей программы. Он приводит в музей, где хранится амулет своего приятеля Сергея Корнева. Любитель выпить впервые прикоснется к легендарному талисману. Поможет ли ему древнее заклятие? Затер. Все сотрется надписью. Обычная железяка с иероглифами. Ничего во мне не произошло. И тут же, рядом с легендарным амулетом от пьянства, пропускает рюмочку. До сих пор пресса связывала появление амулета от пьянства с раскопками древнего тевтонского замка.
Но археологи, проводившие эти раскопки и обнаружившие шкатулку с кладом короля Вильгельма, утверждают, медальон Альбрехта они не находили. И вообще впервые узнали о его существовании из выпуска новостей. Ничего мы про медальон из Калиха, который хранится в королевских воротах, к сожалению, пока не знаем. И наши коллеги не хвастались этим. Официальный владелец талисмана, краевед Сергей Трифонов, поясняет. Он лично нашел амулет под развалинами королевского замка. Вскрыли ряд подвалов. И вот там-то, в груде мусора, мы нашли не только вот эту вещь. Археологи тем временем настаивают. Они единственные ученые, исследовавшие замок. А Трифонова на раскопках они в глаза не видели. На территории раскопок была постоянная охрана. То есть нельзя было ночью, либо в другое время залезть и там чего-либо поковырять, покопать, поскольку каждый день это было бы видно. Дальше еще загадочнее. Сотрудники музея, где хранится артефакт, сомневаются в подлинности реликвии. Ну, на самом деле не верю, что это настоящий медальон, но как бы разуверять в этом жителей Калининграда, гостей, его, тем более Сергея Трифонова, я не берусь. Так что же это за медальон и что означает надпись «Параграф 11»? 11-й параграф. Это молитва об умерших. Специалист по рунам Марина Евдокимова рассказывает. В средневековом католическом молитвословии 11-й параграф содержал заупокойную молитву. Такого рода амулет одевался на каждого рыцаря, идущего в бой, чтобы он не был искушен вином. Чудесные исцеления от пьянства не подтвердились, а так называемый талисман герцога Альбрехта оказался медальоном обычного рыцаря Тевтонского ордена. Вся правда об амулетах из Шунгита. Момент истины. Работает Шунгит или нет? Как убивает черный камень? Я уже 2 раза оперировалась. И кто на этом зарабатывает? Все больше и больше накручивать, с тем, чтобы все больше и больше продать. Смотрите прямо сейчас. Я раскрою все тайны. Амулеты из Шунгита, действительно ли они обладают уникальными свойствами? И как работают? Мы провели эксперимент. Люди, считающие шунгитовый камень панацеей от всех болезней, утверждают, если положить на него какой-нибудь продукт, то он заряется такой положительной энергией, что в течение долгого времени не будет портиться. Шунгит обогащает плод живой своей энергией. Плюс у него есть такая особенность, как сохранить продукты питания длительное время свежим. Я возьму яблоко, самое обыкновенное яблоко, и разрежу его пополам. Одну половинку я оставлю на тарелке, а вторую положу на специальную шунгитовую пластинку. Интересно, что с нашими половинками произойдет через несколько дней. Поклонники черного камня уверены, вода, настоянная на шунгите, превращается в лекарство. Полстакана, стакан в день вполне достаточно. Но что на самом деле происходит с водой, которую настояли на черном камне? Мы отправились в химическую лабораторию. Ровно сутки шунгитовый щебень пролежал в обычной водопроводной воде. Настало время узнать, как изменились ее свойства. Вода стала мутная, приобрела определенный цвет. Кроме мутного цвета, вода приобрела резкий вкус и неприятный запах. Выясняется, если воду на шунгите настаивать более суток, она превращается в яд. Нитраты, нитриты, все это будет переходить в воду. И вода уже будет насыщена органическими загрязняющими веществами. Продолжаем эксперимент с яблоками, одно из которых мы положили на шунгитовую пластину. Действительно ли оно останется свежим? Настал час X для шунгитового камня. Прошла ровно неделя с тех пор, как я оставил одну половинку яблока на обычной тарелке, а вторую на специальной шунгитовой пластинке. Смогли ли целебные свойства этого камня сохранить продукт в свежести? Половинки яблока не отличаются друг от друга. В борьбе с гниением шунгит оказался бессилен. Удивительный результат, правда ли? Еще одно чудесное качество черного камня оказалось мифом. Но по словам продавцов шунгита, у их товара есть и другие полезные свойства. Шарик можно поставить у компьютера, он защитит от электромагнитного излучения.
Мы обратились к специалистам лаборатории экологического контроля. Нам говорили, что достаточно просто положить эту пирамидку, предположим, вот сюда. Этого достаточно для того, чтобы электромагнитные поля были поглощены. С помощью этого прибора эксперт измеряет электромагнитное излучение компьютера. 38 вольт на метр. При допустимой норме 25. Настало время испытать на деле Шунгитовую пирамиду. Момент истины. Работает Шунгит или нет? Кладу. Прямо вот на блок бесперебойного питания. От 36 до 55, да? Да. Не работает? Не работает. Однозначно. Для сравнения берем кусок обычной фольги. Давайте прям вот листочек положим туда. 14 минут. А вот электрическое поле с 270 до 17. Оказывается, обычная фольга защищает от электромагнитного излучения компьютера гораздо лучше. Вывод однозначно можно сделать, что пирамидка это никаким образом не может защитить от электромагнитных полей. И простая фольга выйдет гораздо дешевле и надежнее. Как же так? Со слов продавцов амулетов, черный камень исцеляет. А эти люди утверждают, шунгит убивает. Деревня Андриановская находится на единственном в мире месторождении шунгита. Садим машины, грохот, шум. Тут живем, как это, бочка какой-нибудь. Для местных жителей тонны черного камня не представляют никакой ценности. Скорее наоборот. Что побыстрее этот... Шунгит это отсюда уволили. Да. Валентина Волхонова живет в деревне уже 25 лет. Женщина уверена, деревенский воздух, пропитанный шунгитовой пылью, медленно сводит ее в могилу. Я уже два раза оперировалась, считай. Серьезные проблемы со здоровьем здесь у каждого второго. Очень много щитовидка здесь болеет людей. Семилетнему внуку Екатерины Ивановны врачи поставили диагноз – эпилепсия. Ага. Он болеет, постоянно надо в город возить. Сейчас опять надо везти в город. Как сказали там в больнице? Из-за карбона, из-за шунгита. Почему так происходит? С этим вопросом мы обратились к ученым. Шунгит – это благо, если его не трогать. Оказывается, если копнуть глубже, в состав шунгита входят опасные элементы. Сплошной свинец серый. Эти вещества, контактируя с человеческим телом, ведут себя непредсказуемо. Эти устрашающие факты не мешают продавцам шунгита придумывать о горной породе новые мифы. И Петр I вешал на всех шунгитовые обереги, чтобы победить шведов. Такое придумали это буквально вот год-два. Людям хочется все больше и больше накручивать, с тем, чтобы все больше и больше продать. Сегодня талисманы и шунгиты успешно продаются и покупаются. Это большой бизнес, который приносит его владельцам серьезные деньги. Но стоит ли черный камень здоровья тысяч людей? Я раскрою все тайны. Подвожу итог. Амулеты работают. Но чаще всего у тех, кто на них зарабатывает. А всем остальным остается верить в то, что проверить нельзя. Меня зовут Анна Чапман. И ровно через 7 дней я раскрою новые тайны.